3 миллиона долларов отдали поклонники Сильвестра Сталлоне за одежду, аксессуары и реквизиты из фильмов «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые». Аукцион проходил в Лос-Анджелесе, плюс к нему можно было подключиться онлайн. Среди самых дорогих лотов – кожаный пиджак, в котором актер появился в фильме «Рокки». За него неизвестный поклонник выложил почти 150 тысяч долларов.